Друзья, конец 2020 года. И очень хочется, чтобы вместе с этим страшным, очень тяжелым годом ушла и боль. Этот ролик, он о боли, о вере, о потере и оставшейся надежде. Вам судить, друзья. Но мы показываем вам нашу жизнь. И даже если мы иногда теряем, жизнь на этом не заканчивается. Мы с надеждой смотрим в будущее и с верой в вас. Тяжело терять друга. Тяжело терять тех, в кого ты вкладываешь душу, в кого ты вкладываешь свои силы. И надеешься, ждешь, и радуешься, что кажется все позади. А потом просто внезапный удар. Ребенок засыпает и перестает дышать. Так случилось с Заринкой. После операции она прожила сутки. Отошла от наркоза, начала кушать, а потом просто не проснулась. Врачи предполагают, что это тромб. После таких аварий, и когда ребенок попадает к врачам не сразу, у Заринки был тяжелый застарелый перелом. Неизвестно, когда ее сбила машина. Ее нашли под киоском. Сколько она там лежала, неизвестно. Мы сделали, что могли. Благодаря вашей поддержке, помощи, мы дали ребенку шанс. К сожалению, наверное, слишком поздно. Я прошу прощения у этого ребенка. А вас, друзья, я благодарю за то, что вы с нами. За то, что помогаете пережить не только радость, но и боль. Храни Бог вас и ваши семьи. Это несправедливо. Это жестоко, когда уходят молодые. И не важно, что этот молодой просто лохматый, веселый щенок. Прости нас, Заре. Прости людей. Заря ушла, а старушка Шеда живет. И от имени этой удивительной, ласковой, доброй собаки я всем вам говорю, друзья, спасибо. Храни Бог вас, ваших родных и близких. Храни Бог ваш дом и ваши семьи. Спасибо вам. Спасибо. И да не оскудеет рука дающего. Да вернется ваша доброта к вам лавиной того добра, которое вы вкладываете, отрывая от своего сердца, вкладываете в бездомных. Спасибо вам, люди. Спасибо вам. С вами лохматая душа, ребята. С вами лохматая душа. И если вы чувствуете хоть каплю притяжения к нам, значит, где-то в глубинах вашей души живет такой же лохматый комочек. Добро пожаловать в лохматую душу. Счастья вам и добра.